Для поддержки медиков и жителей в период пандемии коронавируса в Подмосковье был создан волонтерский центр «Единой России». Центр функционирует уже 3 месяца. За это время к нему присоединились более 10 тысяч волонтеров. В каждом муниципалитете есть свой штаб, куда входят члены и сторонники партии, люди разных возрастов и профессий. Добровольцы продолжают оказывать помощь всем, кто в ней нуждается.